Разрушение имущества в общественных местах, неуважительное отношение к присутствующим и нецензурная брань во многом стали обычным явлением. Теперь ответственность за данные нарушения ужесточилась. Ранее размер штрафа составлял 5 месячных расчетных показателей. В соответствии с новыми поправками теперь сумма составляет 69 тысяч тенге. Поправки вводятся в действие по истечении 60 дней после их первого официального опубликования. Президент подписал поправки 3 января 2023 года. В новой редакции штраф составляет 20 МРП, 69 тысяч тенге. Арест назначается от 5 до 30 суток. Жители активно обсуждают изменения в отношении 30-дневного ареста за ненормативную лексику. Насколько новое административное наказание повлияет на общество? На мой взгляд, то штраф – это слишком суровая мера наказания, и она может быть применима в ситуации, когда маты глубоко оскорбили чувства человека и были направлены с явной агрессией. У меня тоже мнение такое же, потому что маты – это если они конкретно человеку или к его родственникам, который задевает его достоинство, честь, то тогда можно штраф взять. А если это вот от удивления или от неожиданности, то не думаю, что за это можно взять штраф. Трошакши, брат, задам дар, видишь, стал юринетта. Видишь, стал я холоколодокши, видишь, тарбилит. Вот задам дар, видишь, холоколоман танго, видишь, дорос керспот, балашакалар даже на люкенин курвенситу. Блет, то ли генин, вот сын, видишь, захует. А ты хазар, шнегерек, а там минадам тлау сухиму кутту, яка усузигуемит. Прав, не прав, ты сидит, не прав, всем прав, да. Этот закон вступает в силу с марта. Теперь каждый гражданин без предупреждения подвергается административному наказанию за нецензурную брань. Если в общественном месте гражданин использует ненормативную лексику, то через камеру, свидетели и через доказательства принимаются заявления, и они подлежат административному наказанию. Александра Гауэрт, Зарина Бекалеева, Женеркетулен, Медет Кайркенов, Тимирлан Салимов, Кокши Акпарат.